Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами Samsung Galaxy Note 10. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на этом телефоне просканировать QR-код. Чтобы это сделать, мы заходим в камеру. В камере в левом верхнем углу. Проверяем, стоит ли галочка возле пункта сканирования QR-кода. И после этого мы просто берем QR и наводимся на него камерой. У нас выскакивает вот такая вот штучка, мы нажимаем на нее. После чего мы буквально за секунду перешли на наш QR-код. И в принципе на этом все. Вот так вот просто это делается. Если у вас остались какие-то вопросы, то пишите их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пока!